Процент отказов по договорам страхования от мошенничества превышает 25%, что объясняется широким перечнем исключений из страховых случаев и большим количеством документов, которые клиент обязан подать в короткий срок. Комиссии по данной группе договоров также выше обычных. Ключевые информационные документы, содержащие информацию о страховых продуктах, планируется ввести только в 2022 году. Подробности на сайте.